Всем привет! Вы на канале «Мир за стеклом». И сегодня у нас небольшая прогулочка с собаками. Голос за кадром я решила оставить, поскольку лично, по моему мнению, там проскакивали вполне себе интересные комментарии. Качество звука, конечно, оставляет желать лучшего, но я надеюсь, вам будет хоть что-то там слышно. Постараюсь поднять все параметры на максимум. Ну, в принципе, все, что я хотела сказать. Всем приятного просмотра. Вот такие вот две собакевки у меня обитают. Да. И чего, испугалась, Эльза? Эльза, ты испугалась? Испугалась? Иди гулять. Эльза, да побегай хоть немножко. Хорошо гуляет собака. Эльза. Вообще пофигу на все. Начали. Где? Она ее не увидела? Она там. Ой, ебать. Ну, это пахнет ее. Угу. Ну, это кулечек. У меня нет. У меня тоже. А оставить тебя одну? Не, не Варик. С собакой. Тоже не Варик. За кулечком. Домой? Ага. Ну, ты я же там же. Эльза, это, блядь, чьих рук дело? Ага. Эльза! Шкапа старая. Не шкребись, Эльза. Прекрати. Да не тут же шкопать. Она как конь, знаешь, голову наклоняет. Ага. И вот это. Да-да-да. Только это не конь, это Фалабелла, блин. Ну, это нормально. Что ты? Старуха? Руха?
Эльза. Эльза, выдай уже хоть что-нибудь. Хоть что-нибудь, она уже... Нет, такое не надо. Нормально. Что, защитить, спасти, помочь, помочь собаке? Помочь выбраться. Эльза, Эльза, покажи мне. Все, иди, 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 иди. Давай, давай. Эльза. Ава. Ава. Ай, бравушки. Хорошо. Иди гуляй. Иди. Пастбище. Ага. Так. Давайте, давайте. Эльза. Ты нашла, какую гадость тут есть? Давай. Ава, не пугай. Аврор. Я думала, они во вкусе начнут, ну хоть что-то. Ну видишь. Аврор. Иди гуляй. Иди вперед. Thank you.
Табаки. Вперед. Давай, 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 давай. Ава. Ава, иди вперед. Ага. Ну так, Эльза, второй заход. Аккуратно там, ребенок. Ава, нет. Иди сюда. Иди ко мне. Хорошо. Давай. Давай вперед. Да. Чего возмущаемся? Хорошая прогулка. Аккуратно сзади. Скорее застрянет. Эльза. И? Было бы удивительно, если бы она не сидела. Вы так долго стоять будете, собаки? Эльза, иди сюда. Эльза, иди сюда. Иди сюда. Понял. Эльза, Аврора. Так, а ну не копать. А? Поснимаешь? Да сколько можно снимать? Хватит тебе так. Ну, самое интересное началось. Эй! Эльза, оставь песок в покое.
Ну и что? Здравствуйте. Эльза, мы тебя после такой прогулки будем по кусочкам собирать? У тебя заряда много на телефоне? Не знаю. Хочешь еще на мой телефон? Ну да, скинешь. Ты еще будешь? Нет. Вася снимает. Ну а вдруг опять вовтузиться будут? И что? Тебе нравится, как Аврора обижает Эльзу? Ну почему обижает? Они выясняют, кто вожак сейчас. Я. Так, куда? Меняем траекторию. Эльза, подними харю. Эльза. Авакин, собакин. Ну что ты там? Ава! Аврор! Аврора! Эльза! Эльза, прекращай! И что мы тут роем? Собак? Эльза, Эльза! Так, это футбольное поле. Харе ямы копать. Меняемся?